Всем привет, с вами Комаров Виталий. Тут меня черт дернул телевизор посмотреть, буквально только сейчас. И выяснилось такое, теперь у нас у простых людей, русских, появилась проблема. Наше правительство решило о нас, едите ее мать, позаботиться. Как позаботиться-то? Мы, оказывается, с вами дохрена жрем сахара и соли. Сахар у нас это сладкая смерть, соль у нас белая смерть. Как же с этим бороться-то? Как же спасти-то нас от этого? И вроде как у них в планах появились акцизы. Ввести на эти продукты. То есть у нас не медицина в этом не виновата. У нас не виноват в этом, как ее называют, наши зарплаты. У нас все оказывается все шикарно. Вот жрем мы с вами сахар с солью. И вот не доживаем мы с вами ни до пенсии, ни до чего не доживаем. И живем мы плохо вот из-за соли и сахара. Вот что же вы такое делаете-то, а, товарищи? Зачем же вы жрете столько сахара-то и соли, а? Вот прям вот что с вами делать-то? Едите вашу мать-то. Вот будут с вами теперь так вот бороться. Акцизы введут, не дай бог. Сахар станет солью дороже. Будет нам хорошо и правительству. Нам хорошо, что мы будем меньше жрать соль и сахар. А правительству хорошо, что они будут получать с этого, как говорится, акцизную стоимость. Класс, у нас правительство, во, у них голова золотая, прям вот палата. Чё там царь Пётр гонял там по Питеру строить? Бил колотил. Надо вот так вот тут с самого начала сладкое запретить, солёное запретить, и мы прям жить будем как. Вот как бы матом не сругаться. Вот на Ютубе сейчас ругаются за это, чтобы матом не ругаться, а? Наше правительство, я не знаю, прям вот хвалю, не нахвалюсь. Как они о нас заботятся, а? Ну ладно, там акцизы они ввели на водку, на сигареты. Хрен с ней. Ну уже сахар, соль. Вот уже, что у нас дальше-то будет? Макароны. От макарон жиреть. Давайте на макарон введем еще акцизы. Пускай мы будем жрать поменьше макарон. Что у нас там еще дальше идет? У нас, как ее, продукты загрязненные всем. Давай тоже акцизы туда. Вредно же акцизы этих продуктов-то жрать. Поэтому не доживаем. Нужно, чтобы народ меньше жрал. Вот так вот. И будем мы жить счастливо и хорошо. Так что вот донес я до вас такую вот новость. Надеюсь, что не введут они все эти акцизы на соль и сахар. Будем мы с вами по-прежнему его лопать. Прям за обе щеки. Видите, у меня морда какая круглая. Я вот сейчас держу на себя в телефон. У меня морда такая вот круглая. Оказывается, я соль с сахаром жру. И вот она у меня такая круглая. В жизни об этом не знал. С медициной у нас все хорошо. Зарплаты у нас ух какие. У нас ни одного бедного прям не найти. У нас пенсионеры миллиарды получают. Что там Греф-то? У нас пенсионер богаче всех. Едите ее мать. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Не забудьте подписаться.